4 выпускника Московской консерватории получили возможность за наличные деньги поиграть в обеденный перерыв на одном заводе. Они все время жили только на стипендию, и, естественно, получив возможность заработать наличку, они немедленно зачехлили инструменты и помчались. 4 выпускника Московской консерватории. Гительзон, Парельмутер, Прицкер и Конингисер. Вот такой славянский квартет, предвкушая наличные деньги, отправился на металлургический завод «Серп и молот», где их с утра ждали. Поэтому, когда мастер пришел на участок и сказал: «Сегодня обеденного перерыва не будет», мы идем в красный уголок слушать камерную музыку. Если слово «камерное» многим было знакомо по предыдущей жизни, то в сочетании со словом «музыка» рождалась некоторая эклектика. Один из рабочих сказал: «Михалыч, ты чего, ослаб, что ли? Какая камерная музыка? У нас пиво, домино, ты чего?» Но мастер настаивал на своем, он говорил: «Никакого пива, никакого домино, все идем в красный уголок слушать симфоническую музыку». И один рабочий совершенно искренне сказал: «На она нужна». Мастер побелел, сказал: «И поругаюсь. Что, поматерись мне? Ну-ка быстро все в красный уголок». То есть они пришли уже заряженные на встречу с прекрасным. И когда появились братья-славяне, причем не какие-то безвестные, нет, каждый был представлен пофамильно. Натан Гительзон, Моисей Парельмутер. Народ обалдел. Они же таких фамилий отродясь не слыхали. Они вообще думали, ну, кликухи какие-то. Они же не знали этого гениального изречения Антона Павловича Чехова, который сказал: «Да нет такого предмета, который не мог бы послужить еврею для фамилии». И они уже приготовились. Но самое главное, перед тем, как ударить по струнам, самое главное — вот этот вот жест. Но беда была не в том, какие у них были фамилии, не в том, какие у них были носы, и даже не в том, что они для исполнения взяли произведение Антонио Вивальди. Беда была в том, что они у Вивальди раскопали такое произведение, в котором, как на грех, было большое количество так называемых фальшивых финалов. Это очень важно для дальнейшего рассказа. Итак, они сели, друг на друга посмотрели, и то, что я сейчас буду напевать, никакого отношения к Вивальди не имеет. Просто чтобы вы понимали, что там происходило. Там пам 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 пам. Естественно, они дальше пам 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 пам. Они же «но-но-но». После 6 аплодисментов зритель понял: жиды издеваются. Они просто испытывают терпение народа. Ну вам же уже похлопали, ну что? Ну валите уже отсюда. Но они были честные.
И они за наличку хотели доиграть все, что Вивальди сочинил в этом опусе. И уже агрессия в зале. Никаких аплодисментов. И уже все это нагнетается. И человек, который сидел в первом ряду, он спиной эту агрессию почувствовал. Он так к ним потянулся и сказал: «Суки, заканчивайте». Я ухожу с этой сцены и хочу сказать: «И что случилось?»